В чувашской литературе и культуре имя поэта Николая Кушманова известно многим. Заслуженному деятелю культуры Чувашской республики исполнилось 65 лет. На литературном вечере, посвященном этому событию, побывала наша съемочная группа. Первые публикации Николая Кушманова появились в печати в конце 70-х годов. И уже тогда молодого поэта заметили в творческой среде. Мы ровесники с ним, друг друга знаем с детства. Николай Кушманов – талантливый поэт. Он не только как поэт, как хороший, замечательный переводчик. Ему я желаю во всем успехов. Не только я. Все читатели так желают. Талантливый лирик. Он писал о родном крае, людях, работающих на земле. Последние годы Николай Кушманов активно занялся переводами религиозной литературы. Ну, я читателей хочу познакомить, какие труды я создал в своем творчестве. Из них самые видные книги из Ветхого Завета, 4 тома. И из Нового Завета 3 тома. В последнее время занимался восточной поэзией, переводом Омара Хайяма, Алишера Наваи, а также узбекского эпоса «Алпамыш». 1-й том закончил. Вот на данное время работаю над 2-м томом. Поэт представил небольшую выставку своих книг. И, конечно, на литературном вечере звучали его стихи. Кыш, ял венчин, шивхар чеховр твылкать нещил. Хой шуртумба, ах, шухчири, надо товар. Сиксед у вас пегех табать. Анастасия Лангина, Сергей Рябчиков, Республика.